На Чебоксарском агрегатном заводе имени 24-го съезда партии сталелитейный цех выступил застрельщиком соревнования. Восьмичасовую сменную норму выполнять за 7 часов. Почин сталеваров поддержали коллективы всех цехов завода. Но сталевары впереди. Уже в ноябре половина работающих на участке выполнила задание первого года пятилетки. Сталелитейный комплекс в этом году достигнет своей проектной мощности 125 тысяч тонн в год и даст еще 3 тысячи тонн продукции сверх задания. Этой плавкой Виктор Афанасьев завершил свой годовой план. Сверх плана уже в счет второго года пятилетки он выплавит около 500 тонн высоколегированной стали. Механический цех считается лучшим на Марийском бумажном комбинате. Здесь горячо откликнулись на постановление ЦК КПСС о дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования. Каждый месяц подводятся итоги соревнования «Лучший по профессии». Представляем их. Слесарь-разметчик Николай Григорьевич Аношкин. Он работает в счет марта 1972 года. Кузнец Махмуд Халиулович Халиулин трудится в счет февраля второго года пятилетки. Не отстает от своих товарищей и токарь Иван Павлович Вохминцев. Он тоже работает в счет февраля 1972 года. Лозунг механического цеха – пятидневный план за 4 дня.